Сразу нас вот пригласили вот этот оборонный комплекс. Вот, я вам покажу этот рекламный лист. Везде там научно-исследовательские институты представляли свои современнейшие разработки. А в каталоге, вот сейчас я вам покажу, там написано «Свободный изобретатель», вот «Шкодин», под Москвой. Я их тоже попросил, почему? Потому что потом безвыездным станешь, еще влезешь туда. Вот сейчас они, палаточное дежурство. Это вот мотор-генератор, внутри мотор. Это вот более толстый провод. Вот. А не по внешней части, так называемые квадро и параллельное, как его называют, поперечное соединение, магнит многопольчатый. Если мотор работает 45-50 Гц, то здесь 560-570 Гц на выходе. И ты практически вот запускаешь мотор сначала. Генератор. Минус у них общий, да? Ну, где-то там 7-8 ампер до 10. Идет возврат. И ты его бросаешь опять-таки сюда, так как он сейчас заряжен, вот этой нагрузки не почувствуешь, потому что он заряжен. А вот если он глубоко будет разряжен, ты его вот этот ток бросаешь на подзарядку. А с аккумулятором, желательно аккумулятор еще даже больше емкости ставить, чтобы иметь этот запас. Ты включаешь вот минус, ну, 24 вольта. Это 500, вольфрамовая лампа, вот 500 ватт. Ну, вторая вот где-то в гаражах я ее затерял, но я две лампы включаю, киловатт, это утюг, да? Вот для палаточного дежурства они просят не 3 киловатта, а чтобы было 5 киловатт, 6, чтобы можно было чайник, там, 2 чайника включить. А палатки у них, они его показали, они как раз их демонстрировали на этой выставке. Там медведь не пролезет, там двойная войлок, там слой, там по 5 человек, это северо-арктический военный округ создается. И по всему побережью Северного Ледовитого будет вот такое дежурство. И вот этот генерал сразу патрон нагревается. Скорынин говорит, я только что оттуда прилетел, прежде чем пущено. И я, говорит, видел такую ужасную картину. Там бочки эти с керосином, с мазутом там валяются вот по всему. Трактора брошенные, какие-то самолеты бывают. И медведи где-то там ходят. Нам, говорит, нужно будет очищать это, да, это побережье. Это столько еще назад. Несколько лет, чтобы это все. Ну, как Шпицберген до сих пор. А так как это безводородное, понимаете, вот это им удобно. Ты, конечно, запас нужен, что они ему, это дешевка. Это вообще копейки стоит. Ну, допустим, два таких агрегата держать по 5 киловатт, да? Ну, вышел из строя, не сразу ремонтирует это. Вот. То здесь уже есть гарантия, что не случится так, как в Норильске. Самолетами пришлось весь город перевозить сюда, когда у них зимой померзли были все трубы. Там был такой случай, переправлялись. Север — это, конечно, жестокая вещь.